и совсем сказочная резиденция Снегурочки открылась в городке Витебской области. Апартаменты разместились рядом с лыжероллерной трассой Воробьевые горы. Снег здесь не сходит до поздней весны. И только сегодня резиденцию, которая находится на острове между двух озер, посетили более 1000 человек. В программе развлекательные квесты, викторины и конкурсы, игры у костра. Резиденция будет работать круглый год. Не обойдется и без чудес. Например, летом Снегурочка станет куполинкой, а осенью и весной другими персонажами.